Ну что же, вот у нас Ритц-Карлтон остался за спиной. Тут начинаются гольфовые поля. И там вот красивые домики. Вы видите, там их целая комьюнити вот тех красивых, симпатичных домиков. Там селятся люди, чтобы поиграть в гольф. А мы вот по этой асфальтовой, бетонной, точнее, тропе пойдем погулять. Посмотрим, что делается. Тропа это не то, чтобы для пешеходов. Тропа это для машинок гольфовых. Ну, уж мы как сможем. Сюда прям зайти. Красиво, Свет? Что скажешь? Я хочу сказать, просто потрясающе. То есть это и место, и океан, и вот на эту сторону и океан, и туман, и не жарко здесь. Это, да. Это просто невообразимая красота. Красиво жить не запретишь. Нет. И я зачем? Вот пляж, вот к нему такая лесенка, по которой народ поднимается, опускается. На пляже особо никого нет. Ну, это как бы только если жить в гостинице, потому что в противном случае дороговато будет за парковку платить, чтобы сюда попасть. А море спокойное. И вот то, что солнце так в тумане, это очень здорово, потому что сегодня очень жаркий день. Неплохой вид, правда? На краю обрыва стою. Ах, как дышится, друзья. Вот в этом месте запахи от этих трав, кустов. Не знаю даже, что океан. Тут такое растет. Океан. Но вот в данном случае именно растение. Невероятный аромат такой. Красота необыкновенная просто. Карта местности. Тут трейлер-парк. Люди приезжают на своих машинах, располагаются. И вот вы видите, там серый забор стоит. Вот это значит с той стороны забора. А с этой стороны богато. С этой стороны очень богато. И вот за забором. И въезд такой тоже за забором. Стоят вот эти вот люди. Надо сказать, что при всей эксклюзивности места, вот там чуть подальше от трейлер-парка, просто мобилхоумы стоят. Вот как ни странно. Может быть, там живет обслуживающий персонал, я не знаю. Но такое как бы совсем не элитное жилье, если мягко. Раз уж нам не удалось попасть внутрь этого комплекса, мы пойдем вдоль стеночки, оставаясь за забором, друзья, и покажем вам то, что видно прямо вот за забором. Надо сказать, что здоровенные пропорти, Свет. Вот скажи, там по 3-4 тысячи скверфутов, то есть они очень они большие. Очень большие. Это на самом деле удивительно, потому что люди едут в отпуск, если они только с друзьями едут так, в такой дом. Может быть, действительно, они едут потому в какой-то большой компании, снимают дом и играют в гольф, потому что там, представьте, что 2 человека или 3. Да, в таком большом доме. Что им нужно такую домину громадную. Если только с прислугой, знаешь. Нет, бывает, ну, действительно. Они, ну, это если перманентно здесь жить только, а так, если наезжать, тогда что прислуга будет? По идее, это не такое место, где люди живут постоянно. Это место, куда люди приезжают поиграть в гольф. Насколько я понимаю, гольфовое поле, то, что слева у нас сейчас, по левую руку, гольфовое поле принадлежит этому комплексу, я так понимаю. То есть стоимость этого дома, например, может быть в значительной степени определена тем, что есть гольфовое поле, оно стоит денег, его надо поддерживать. И так далее, и так далее. То есть это не исключено, не обязательно. Но, в общем, это вполне возможно. Да, действительно, все дома очень большие. Вот это мне очень странно. Но, может быть, мы просто не знакомы с этой категорией людей. Да. Что они такие большие. Зачем, друзья, мы, безусловно, не знакомы близко с этой категорией людей. Это, можно сказать, можно поставить в оглавление к этому сюжету. Это не наши друзья тут живут. Но это прикольно очень. Я представляю себе, у них из окон совершенно фантастически видно океан, так. На гольфовые поля, то есть просто потрясающие. Вот у этого первого вот лейера. У первого, там, да. Там сзади стоят еще дома, это очень большая комьюнити. Да. И там у тех, которые внутри, уже нету такого вида красивого. Но вот эти просто, конечно, у них потрясающий вид. Красиво, красиво. И вообще здесь место какое-то фантастическое. Я не знаю, кто додумался здесь построить. Здесь был дикий берег, ничего на нем не было. Недостаток съемки, видеосъемки в том, что не чувствуешь запах.
друзья. То есть, может быть, вы чувствуете какой-то запах, но это тот, который у вас там. А вот тот, который тут, вы не почувствуете. Жванецкий в свое время говорил, хруст, писк, только вкуса не хватает. Это он про устриц, которые мы только что съели. Да. Да. Наши устрицы, друзья, не пищали. Видимо, они как-то почувствовали, что это бессмысленно. Но вот. Они были при этом солененькие, очень даже вкусные. Нет, устрицы были замечательные, замечательные. Да. А вот, друзья, посмотрите. Вот прямо напротив этого дома, да? Вот, да, куст. Как бы куст. Да. А в то же время на нем растет что-то типа мха. Да, куст вам. Ну, это, знаешь, может быть, не мох, но я не знаю. В общем, странное такое растение. Я не сомневаюсь, что наши зрители, не все, но некоторые, подскажут нам, что здесь такое произошло, откуда эта мохообразность. А вот над этим замшелым кустом, значит, если приподнять так камеру, мы видим снова Ритц-Карлтон, только уже совсем с другой стороны. Вот это та будка, мимо которой все проезжают, и там строго спрашивают, чего едем. Мы говорим, погулять. Они говорят, конечно, конечно, проезжайте. Вот так зачем-то всех спрашивают, я не знаю. Гольфовые машинки тут со всех сторон, потому что гольфовые поля со всех сторон. Куда ни пойдешь, тут клубы, такое все частное, приватное. Просто так не зайти. Вот видите, там как бы очередь такая из автомобилей. Это очередь на валет-паркинг. То есть, чтобы заплатить $40 за этот валет-паркинг, надо еще в очереди немножко постоять. Причем вот мы пару часов назад заезжали сюда. Была очередь, так еще раза в два больше этой. А сейчас вот пришли через 2 часа, а очередь все равно есть. И раньше, ну скажем, еще лет буквально 5-6-7 назад, ну правда рецессия была, конечно, тогда не то, что сейчас активно так бурно все, за паркинг брали не $40, а 10, друзья, 10. И если ты покупал что-то в ресторане, а мы обычно шли с друзьями, потом шли, там брали какой-нибудь куки-джар, ну то есть там какие-нибудь печеньки, вот, и, соответственно, деньги, которые ты тратил там на местности, шли в зачет того, что ты заплатил за паркинг. А сейчас мы их спросили, и они говорят, нет, у нас такого больше нету. То есть вот мы тут на 3 паркинга у них там внутри потратили, но это ни на что не влияет. Паркинг отдельно, устрицы отдельно. А вот тут, друзья, ну, если бы было темно, вы бы увидели, что здесь огонь горит. Это такая газовая горелка, только она снизу газ выпускает из-под воды. И вот так, и прямо из воды горит, так можно так сказать. Ты рассказал, что здесь ночью воды? Да, вот я как раз рассказываю. Да, а вот здесь мы сейчас подойдем, дадим наш билетик, и нам, у нас билетик есть. Друзья, когда я говорю, что у нас есть билетик, так он у нас есть. Пожалуйста, у нас есть билетик, и нам сейчас вот отдадут мой иммигрантовоз. Сотрудники, которые машины забирают и пригоняют, они в таких, видите, в юниформах, таких, вот такие гарсоны. Вы видите, подъезжают машина за машиной, за машиной. Они подъезжают и не кончаются. Светик, сколько стоит номер такой гостиницы? Я смотрела, мы когда ехали сюда, там было написано, что такое 987, что такое за ночь. То есть, грубо говоря, $1000 за ночь. Да. Ну, этот еще не такой дорогой, как в Сан-Франциско. То есть Ритц-Карлтон, который в Сан-Франциско, ну, не знаю, как вот прямо сейчас, но последний раз, когда я смотрел, это было под Новый год. Часто люди на Новый год сюда компаниями приезжают. Так вот, это моя машина как раз, кстати. Так там было в 2 раза дороже. Ну что, поехали домой.